Всем привет, ребят. Ну что, вот сегодня вышло очередное обновление на китайке. Сейчас мы его разберем, потрешуем немножко, что у нас нового. Добавили юбилейный фон, юбилейные мероприятия по сбору выкупу, не знаю, добавили улучшенные моды героя, сейчас проверим. Оригинальную карту судьбы, алхимник, топор, крыло огня. Добавили судьбу 12-ю, два новых таланта. Священный свет и контракт дьявола, так переводят. Два скина на Варлока и Афину мы их видели. Новый герой Шура-Шура переводит. Не знаю, посмотрим, как он будет у нас называться. Наносит урон по вражеским целям в секунду, устраняет энергию, то есть будет забор энергии. Имеет иммуны головокружение, то есть к страху. Также к уменьшению энергии. Ну, посмотрим. Так, теперь будет совсем другой механизм мирового босса. Тоже посмотрим, что это означает. Кучу разных других функций. В общем, это мы разберем в процессе. Давайте основное пройдем. И я буду уже трешевать, пробовать. Вот, вот так вот теперь выглядит. Не знаю, вот этот, скорее всего, новый этот... плюшки какие-то. Не знаю, что это такое. Или за донат будет, или бесплатно. Посмотрим. То есть вот такая вот новая локация, походу. Или это так будет всегда отображаться. Поехали самое интересное смотреть. Так, ищем нового героя. Вот так он выглядит. Четырехрукий, ничего себе. По статам что у него? Ну, вроде как танк. А урона у него неплохо, скорость атаки нормальная, бег. Ну, посмотрим, посмотрим, что он будет делать. Ну, интересно очень. Это будет посмотреть, так вот на эволюции выглядит. Может, выбьем, посмотрим. Так, что у нас? Побежали, проверим судьбу. Что у нас по судьбе? Вот так вот по-новому вкладочка скинов отображается. А, вот смотрите, можно дополнительно теперь еще за скины улучшать. Вот не зря я на основе у себя не продавал скины. То есть можно будет еще улучшить. Я вчера, к сожалению, здесь продал скины. Сейчас посмотрим, может что-то на рынке есть. Не, к сожалению, ничего нету. То есть будет возможность улучшать скины за счет осколков опять тех же скинов. Ну, то есть как бы донат за донат, вот так бы я это назвал. Ну, вот такая у нас новая функция. Ну, видите, статы можно будет улучшать. 10 левелов будет всего. То получается, надо еще 100 осколков. Хорошо, что я не продавал их на основе. Отлично. Так, с этим мы разобрались. Так, 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 идем смотреть судьбу, самое интересное для меня. Вот она. Нет, это не она. Вот она. Что у нас здесь есть? Огнекрыл. Огнекрыл, укротитель. Тоже, в принципе, неплохо на архидемона. Разруха, донатный герой. Дракон. Ну, дракон, в принципе, и без донатов есть. Ну, в общем, и алхимик, по-моему, или как его, не помню. Да, по-моему. В общем, интересно будет на это посмотреть. Огнекрыл у меня есть, укротителя я качаю, дракона придется, ну, придется опять прокачивать, дракоса теперь надо будет качать. В общем, будет интересно, давайте посмотрим приблизительно, насколько у них будут улучшены умения ихние, пока я, честно говоря, не знаю китайский, в идеале, но хотя бы по циферках разберемся. Так, огнекрыл. Вот, у него идут базовые улучшения. Уже не две цели, а три. Офигеть. Это просто жесть, ребята. Это самый имбовый герой будет. 11-й, 12-й. Так, кто у нас там еще такой был интересный? Ну, тут... это не интересно. Тут просто базовые статы улучшаться будут. Так. Вот укротитель, интересно. 28 будет 32, увеличение и увеличение действия, ну тоже неплохо, неплохая прибавочка будет по сравнению с десяткой, отлично.
Так, кто там еще с таких? Дракон. Разруха, интересно. В разрухе ничего не добавили, просто базовые статы. Кулдаун, походу, уменьшили. Будет все время по откату бить. Ну, тоже неплохо. Стан 5 секунд. Урон увеличили. Ну, такое, мы его и так не использовали. Так, дракон. Дракон. А, дракону что-то добавят. Плюс 25%, не знаю, что именно. Ну, смотрю, еще 900%. Может, отхил, не знаю. Но смотрите, что-то будет интересное. Думаю, возможно, из него опять переделают. Будет опять имбовый герой. Посмотрим. Так, кто у нас там еще был? Кто у нас тут еще был интересный такой? Ну, интересное обновление будет. Опять же, конечно, со сколками. Так. Дракос, ну все, в принципе, всех пересмотрели. Так, окей. С этим мы разобрались. Смотрим, что у нас там дальше по списку. Новые таланты. Новые таланты. Вот это интересно будет, что они дают. Я пока тоже не знаю. Давайте попробуем. Может, хоть какой-то выролим. Посмотрим. Давайте пока смены. Так, ожива нам никому не нужна. Не знаю, донатные, не донатные не будут. Ну, не хочется особо тратить сейчас самоцветы, хочу поролить. Может, две новых чары? Ну, давайте в чары. Чары зайдем. Сейчас коробочки попробую. Так, что у нас по чарам? Не, по чарам ничего не поменялось вроде. Значит, все-таки талантики. Два новых таланта добавили. Не знаю, что они будут давать, но однозначно опять придется все перероливать на некоторые герои, если они опять же будут имбовыми. Так, ну давайте коробочки попробуем. Может, с коробочек что-то упадет. Так, огненная защита. Огненка. Так, ну давайте влепим сюда Рину. Пусть будет. Бег не нужен. Разброс тоже, в принципе, не нужен. Опять огненная защита. Да что ты сделаешь-то, а? Так, кому ее притулить? Дракон. Сейчас опять очень много вопросов будет по поводу обновления. Ну, будем пробовать тестировать. Бигфута, блин, я скин так и не купил. Так, а, тьфу ты, у меня уже Рину с огненкой есть. Только зря потратили. У меня на огненку, по-моему, даже некому ее ставить. Так. Ну, давайте разрухи влепим пока. Ну что, мы выбьем новый талантик. Берс не нужен. Опять огненная защита. Ну, какая-то жесть творится. Давайте сюда поставим. Так, замедление. Вот это интересно. Замедление. Не знаю, ладно, не буду сейчас заморачиваться, ребят, потом добью. Так. Что у нас еще интересное есть? Так, механизм мировой босс надо будет сейчас. Давайте посмотрим, может, у нас уже обновился мировой босс. Как-то по-другому. А, вот видите, вот здесь поменялось описание. Его как-то 0.10. Вот уроны по X0. Я не знаю, что это означает. Типа, сколько первые места или что будет. Какой-то рейтинг дает, будет дополнительный. Посмотрим, очень интересно. Или же все же будет распределение по урону. Пока на этом архидемоне мы этого не узнаем. Декорации поменяли здесь тоже, в принципе, очень интересно. Так, окей.
Так, смотрим, что там еще у нас поменялось. Оптимизированная функция обновления паспортной таблички, настроение, колпак уровня до 7 уровня. Не знаю, информация о героях. Так, ну тут ничего не понятно. Лидеры какие-то, улучшенный текст основного интерфейса. Альянсы, боевые реликвы и пустыни. Опять оптимизировали руины для нас, ну не знаю. Давайте зайдем посмотрим. Не знаю, в чем тут оптимизация. Давайте запустим. Проверим сейчас. Так, что еще есть? Так, так, проблема. Детонатор на арене применять навик. Возможно, если пользуется Games Complete. Плюс одно место и 10 на этом. В принципе. Давайте посмотрим, насколько они их оптимизировали. Будут зависания или не будут. В общем, интересное обновление. Очень даже интересное. Новый фон. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Ну, не знаю, вроде как бы получше немножко. Нету таких подвисаний, как было раньше. Ну, тут же китайский сервер. Так, 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 так. Что у нас тут интересного? Давайте фон посмотрим. Ну, купон фона нужен. Его так не продают. Ну, не знаю. За фон посмотрим отдельно. В принципе, с такого, то есть мы вроде все разобрали. Не знаю, я уже буду отдельно делать ролики. Сейчас буду пробовать выбивать нового героя, тестировать, если получится. Ну, так, в принципе, неплохо. Единственное, конечно, вот это улучшение скинов. Вот я не знаю, как люди на это будут реагировать. Опять же, за донат все. И увеличение, причем, будет интересное. Но, видите, нужны осколки. У меня, к сожалению... Я вчера их продал, потому что прокачиваю героев на архидемона. Вот так вот, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Сейчас будем трешивать дальше. Все, всем удачи, всем пока.